Всем привет, ребят, с вами тоже к нам зарисовал три трактора, три ХТЗшки, ребят, вот такие вот. Ну тут спарку я просто поставил, они почти одинаковые по всем этому, по комплектующим, вот такие у нас. Вот. У них открывается, ребят, знаю, что у всех, что не у всех, но вот у этого трактора открывается дверь. Вот такой салончик у него. Ух, звучок. Все светится. Фаркоп у него ставится. За место навески. Рычажки, газ ручной работает, ножные тоже работают, вот такой аппарат. Потом вот такая ХТЗшка, тоже открывается то же самое, ну похоже она точь-точь как и та, только трошки другая модель трактора, даже видно. Видно, тут спереди, там сбоку мотор вот такой, и звук тоже отличается. Свет прикольный. Так. И вот у нас еще один на осмотре. Это уже, ребят, у нас Т-150. Тоже там выбор всяких двигателей, воздуханов, этого. Ну тут салон уже поэтому. Ну, педали, все как там анимировано, все прикольно. Тут даже анимирована сама подножка болтается. Шланги так же само гидравлические работают, все, ребят, ну, так ничего. Это уже вторая версия этого трактора была, первая версия у него что-то поправили. По мне трактора бомбейские, у них двигатели становятся на 175, 250 и 300 лошадей моторы ставятся. Вот так, ребята, они у нас продаются. В этом, извиняюсь, не здесь, где средние трактора. Вот ХТЗ-17021. 240 лошадей. По стандарту 330 литров бак и 40 километров. У него колеса Росава и Мишелен ставится. Стандарт, двойные колеса, выбор дизайн 1, 2, комплектующие там выбирается, трехтысячная или фаркоп ставится. Также мотор 240, 250 и 300 лошадей. Второй у нас трактор ХТЗ-17221, двойка просто добавляется, ну из, ой, у них и решетка передняя отличается, и трубы, воздухан, все отличается по-другому. Но функции те же самые, ребят. Двигатель 240, 300, дизайн там трехточечный, фаркоп, спарка, красава. Так. Третий у нас вот Т-150К. Ну, чуть побольше фентиклюшек. У него по стандарту 75 лошадей. Бак такой же самый. 31 километр. Только шины другие. Кана или Белишна. Выбор комплектующийся. Труба с воздуханом. Труба сзади. Труба и воздухан. И стандарт. Выбор колес. Стандарт. Двойные колеса.
Смены колеса и стандарт. Трехточечный, фаркоп. Трехточечный. Только вверх фары. Вверх и низ. И по дефолту двигатель 175, 250 и 300. И номера ставятся. Вот так. Так, ну давайте, ребята, чтоб уже на верочку сейчас у нас тут можно взять. Ой, не то. Сейчас какое-нибудь поле возьмем, что у нас там по деньгам маленькое. Вот это можно взять. Сейчас давайте какой-нибудь культиватор возьмем. Нет, это мощные диски. Сколько у нас там, 200 с чем-то лошадей. Двести сорок арендуем. Давайте. Они у нас тут 175, это у нас по дефолту. Сядем мы сейчас на вот этот. На этот, ребят, давайте. Зацепили. Ну что за шланги или шланги тут нету? Поехали. Ну, так себя он на дороге чувствует уверенно. Прикольно. Нихуя себе у него на всю показывает спидометр. Обороты тоже показываются там. Красавчик такой, ХТЗ-шка. Достойный трактор, ребят. Сейчас мы доедем. До этого, ребят, испытаем наш трактор. Ребят, давайте дойдем, ребят, потом уже увидимся на поле. Все, ребят, мы добрались до поля. Вот наше поле экспериментальное. Давайте ложим этот культиватор. Опущим. Ух, пошел нагрузочку, нагрузочку, ребят. Да ты чё, нормально. Работничка ставим. Да ты чё, красота. Землю чувствует. Газючка летит. Песенка, ребят. Трактор пачкается. Сразу видно. Обалдеть. Мне нравится, ребят. Работник разворачивается, конечно, большой радиус берет поворота. Но ничего. Так. И попер. По ней, ребят, бомба. Кому интересно, ребят. Ссылка будет на все три трактора по отдельности в описании, ребят. На этом все. Всем пока и до встречи.